Комитет Гомеля обл. Имущества 19 ноября проведет очередной аукцион. В Михалковском сельсовете Мозырского района продается здание магазина со складом. Начальная цена лота – более 13 тысяч. В деревне Головки Речицкого района можно купить здание базовой школы. Стартовая стоимость – одна базовая величина. В Гомеле на проспекте Ленина на продажу выставлено нежилое здание. Начальная цена – около 3,5 тысяч рублей. На аукционе 21 ноября в Речице предлагается приобрести здание пожарного депо со складом по стартовой стоимости почти 70 тысяч. Также в райцентре на торги выставлено нежилое здание. Начальная цена – около 235 тысяч. В Будокошелево можно купить здание одноквартирного жилого дома. Начальная цена – почти 15 тысяч рублей. Кроме того, на аукционные торги выставлены и другие объекты недвижимости. Подробности ищите на сайте Комитета Гомеля облимущества или звоните по номерам телефонов в Гомеле 70 38 49 и 70 36 43.